по Майнкрафту на этом канале. Итак, и оно будет посвящено у нас, получается, 3 X-Ray. Вернее, даже 3,5. Итак, первый X-Ray у нас будет с трезубцем. Итак, нам понадобится вода, трезубец. Также его нужно будет зачаровать на тягун. Ах да. Еще сначала нужно будет для этого 6 уровень. Итак. Итак, трезубец готов. И дальше нужно стараться вот так делать. И как мы можем там заметить, там находится вот окруженный вот таким же, опять же, блоком из Education Edition. Блок воздуха. Во всяком случае. Вот. Конечно, ну, другие X-Ray будут гораздо интересней этого. Это самый простой. Следующий X-Ray вообще мой любимый. Итак, для того, чтобы он получился, нам потребуется один строительный лес. Так, подождите, я чуть-чуть неправильно сделал тут. Нам требуется вот так поставить один строительный лес. Дальше нужно будет на него поставить три снежных покрова. И дальше нужно будет еще сверху поставить еще 7. Далее нужно будет пролезть вниз и сбросить на себя эти снежные покровы. И вот как получается. Можно также выпить зелье ночного зрения. И тут опять же, ну, видно, почему мой X-Ray, этот X-Ray мой любимый. Но при этом он довольно сложный в воспроизведении. Спруты там плавают. Дальше уже можно заметить следующий X-Ray. Тот блок. В общем-то, вот. Правда, придется снова перестраивать, если захотите еще раз его использовать. Итак, следующий у нас X-Ray. Вот. С такой вагонеткой. Да, такой вот. Именно такой. Итак, тут нужно будет въехать вот так в полублоке. И тогда мы сможем все видеть сверху. Конечно, он не такой интересный, как предыдущие. Но тоже работает. Вот такой он. Ладно. Все. Оставляю тут вагонетку. И остался последний дополнительный X-Ray. Для него нам потребуется на выбор либо блок стекла, либо стеклянная панель. А также дополнительно можно взять зелье невидимости. Итак, это будет баг с стойкой для брони. Ей в руки можно дать, вот, получается, ей можно давать разные предметы. Да, и давать вот такие разные позы. Итак, можно заметить, что через это стекло не видна вода, также сама стойка. Но также, возможно, сквозь нее не виден, не виден, может быть, дым от костра, лава, там, материя портала, ну и, может быть, другие. Я не проверял. Также можно в руки ей, кроме этого, выдать стеклянную панель. Эффект будет точно таким же. С цветной я не проверял. Такое пока что. Так, а также ей можно дать эффект невидимости. И так вообще будет выглядеть очень интересно. Да, мобы сквозь нее не видны. И правда. Итак. На этом я буду заканчивать. Кстати, лотерея на лайк. Если сейчас отсюда вылупляется цыпленок, то все ставят лайк. Давайте наберем под этим видео 2 лайка. Вы, конечно же, знаете, на кого это отсылка. Итак, ладно. Лайк ставьте, если хотите.
С вами был Заверен. Всем удачи и всем пока.